Здравствуйте, почтеннейшие судари и великодушные сударыни. Как вы относитесь к людям, которые, имея отнюдь не самый низкий доход, пеняют на то, что у них плохая жизнь и им очень не хватает денег? Причем в контексте заданного вопроса наблюдается парадоксальная тенденция. Чем более обеспечен человек, тем более ему не хватает, и тем паче он об этом орет во всеуслышание. Сегодняшнее стихотворение о том, как мало нужно тем, кто полон духом жизни, а исполнение скорее для тех, кто более обеспечен. Укрепляйте дух, господа обеспеченные, так как раздражает слушать ваше нытье относительно того, что вам 17 тысяч на месяц не хватает. Иванов Георгий Владимирович. В широких окнах сельский вид, у синих стен простые кресла и пол некрашенный скрипит, и радость тихая воскресла. Вновь одиночество со мной, поэзии раскрылись соты, пленяют милой стариной потертой кожи переплеты. Шагаю тихо взад, вперед, гляжу на светлый луч заката, мне улыбается эрот с фарфорового циферблата. Струится сумрак голубой, и наступает вечер длинный, тускнеет наваринский бой на литографии старинной. Легки оковы бытия, так, не томясь и не скучая, всю жизнь свою провел бы я за Пушкиным и чашкой чая. Всем спасибо.